турнире приняли участие 4 команды. Это Покровский паровоз, Техстрой, СВМИ и САЭС «Динамо», «Росэнергоатом». Игры проходили по круговой системе. Каждая команда провела 3 встречи. Всего было сыграно 6 матчей. На площадке спортсмены показывали настоящий характер. Бились до последнего, и порой на играх было очень жарко. После плодотворного летнего сезона 3-3 команды перешли на игры пятерками. Баскетболисты усиленно готовятся к старту областного чемпионата. Поэтому матчи были очень важны для всех команд-участниц. Игроки присматриваются к сопернику, выделяют сильные и слабые стороны. Однако явным фаворитом турнира были десногорские атомщики. Сильная команда, очень много хороших игроков. Как бы стараются, много молодежи подтянули. Да. Уровень команды Десногорска высокий. Это один из лидеров нашего смоленского баскетбола, и не только смоленского, и областного. Команда состоит из молодых, но при этом опытных игроков. Ну, такой, можно сказать, сплав опыта и мастерства, вот, в общем-то, ну, который позволяет добиваться высочайших результатов. Десногорским спортсменам совсем скоро предстоит отстаивать честь Смоленщины на первенстве Центрального федерального округа. 20-21 октября стартует первый тур, который пройдет на Десногорской земле. САЭС «Динамо», «Росэнергоатом» проведет игру с командой Курчатова. Всего в нашей подгруппе за лидерство борются 7 городов. Это достаточно долгий путь в течение лет 6. Мы, начиная с небольшой команды, здесь, вы знаете, ЦСП, «Динамо», «Росэнергоатом» нам очень помогает во всем. То есть сейчас мы уже превратились в боеспособный коллектив. Я думаю, даже на чемпионате ЦФО мы не потеряемся. То есть все-таки мы представляем маленький город, и для нас это большая гордость и большое имеет значение выступление в таком крупном турнире. Команда хозяев на протяжении этого турнира не испытывала особых проблем и достаточно легко всех обыгрывала. Но в матче за первое место атомщики столкнулись с достойным соперником. СВМИ навязала настоящую борьбу десногорцам. В результате тяжелой борьбы со счетом 58-52 золото все-таки взяла команда САЭС «Динамо», «Росэнергоатом». Серебро у студентов. Тройку призеров замкнула команда «Техстрой». Светлана Разганова, Юлия Соболева, Десна ТВ.